Да, здоровенная туша. Все, один стартанул, да, и все засветились. Подхватили. Здравствуйте, друзья. Всем приятного просмотра. Мы выехали собирать рога. Погода дрянь, как всегда. Нам везет с погодой, что со стройкой, что с поиском рогов. Вчера ночью шел, всю ночь шел снег. Причем такой конкретный снег. Мы взяли с собой немножко провиана. Будем жарить курицу на сковородке. Взяли чуть-чуть масла с собой. У нас есть сыр. У нас есть два яблока, есть бананы. Есть хлебушек, есть хороший чай с чабрецом и шиповником, и есть пару овсяных печенюшек с шоколадом. Все, всем приятного просмотра, друзья. Подписывайтесь на канал, не забывайте, подписывайтесь сразу. Перед тем, как посмотреть, сразу подписаться. Там всегда все классно. Все. Друзья, небольшая подсказка для тех, кто занимается поиском рогов. Как выявить места, где могут они быть? Где может стоять лось, либо олень? То есть это окраина болот. Вот обратите внимание. Во-первых, первый признак — растет осина. Она растет на окраине болот. Земля мягкая. Такие более-менее порывы ветра, они хорошо валят осину. Вот обратите внимание, вот один выворотень лежит осина. Вот там еще дальше второй. Здесь не прям на днях стоял либо олень, либо лось, потому что уже прошло, по сути, где-то месяца полтора, как была объедена кора. Поэтому здесь мы не ищем. Обойди там. У нас впереди огромный лес. Друзья, нас ждут великие дела. Пошли вот в эту деляночку сходим молодую. Тропа классная. Голов 20 прошло. Там низина. Возможно, в низине какая-то вода есть. Либо это все снова водопой, либо ездится какое-то место, где их кучкуется огромное количество, и они все идут на так называемую сходку. Такая жирная тропа, да? Лоси, а этот автобан оленей.
Бушкрафт, выживание. Лучшая растопка в лесу – это сухие еловые веточки. Вкуснотища. Угу. Ради этого стоило пройти в одну сторону 8 километров по лесу, по сугробам. Про эту тропу, значит, знают охотники. Это, наверное, либо смотровая какая-то площадочка небольшая, либо браконьеры, может быть. Но она уже старая. И, судя по доскам, года 3 минимум, а то и 5. Они уже все сгнили. Раз, два, три, давай, рыжий, четвертый раз, давай, четыре. Друзья, мы наконец его увидели, я зашел за сарай,
и просто одурел. Такое бывает раз в жизни, и то не у каждого. От нашего дома метров, наверное, 300. Кабан, мы его видели, ну как видели, следы его видели еще в прошлом году. Теперь вот поставили фотоловушку, возможно, она заснимет именно этого кабана. Кабан килограмм 400. Это без преувеличения. Кабана этого не хотят стрелять охотники. Местный егерь приезжал, сказал, что специально не стреляем, потому что, ну, сами понимаете, с крупного кабана, по сути, есть нечего. Там мясо вонючка. Да, здоровенная туша. Такой, знаешь, как бульдозер. Смотрите, вот кабан. А сейчас покажу, где наш дом. Вот наш домик. Как вы можете видеть, кабан подошел просто максимально близко. Вот он. Эта идея очень безумная. Мы идем ближе к кабану. Обещал вернуться. Там такая туша по лесу побежала. Что ж, все ветки начали хрустеть. Подходим к месту преступления. Просто смотрите, как тут все пережито. Это старые следы. Лыч килограмм 400 минимум. Лыч Викторович. Да, конечно, деятельность. Он тут развел неплохую. Видимо, тут что-то очень вкусное. Вот он убежал туда, в лесок. У него следы, как у коровы. Дуреть. Смотри. А к тебе такой сосед? Ну, это же дружелюбный сосед, правильно? Ну, не знаю. Это же не наша территория. Это его территория, это мы его соседи, кстати. Смотри. Офигеть, как у коровы след. Тут кабан-мутант. Ну, а что ему? Его никто не стреляет. Ему тут кум королю. Потенциальных хищников нету. Все. А кто вообще может на кабана напасть? На такого? Ну. Никто. В данной местности никто. Только люди. Король леса, короче. По сути, да. Лось ему не соперник, они не соперничают. Из хищников рысь, она там даже близко не подойдет. Волки, даже если стая. Тут надо подумать. Поэтому он тут... Да мне кажется, как он землю рыл, лычом он бы их раскидал. Вопрос не в этом. Раз, два и три. То есть ты представляешь, туша весом 400 килограммов, да? У него реально следы, как у коровы. Он просто вот так вот, как пушок. Как лань.
Как лань, да, перепрыгнул и погнал по своим делам. Соответственно, учитывая его массу и то, как он легко с этой массой передвигается, не хотел бы я с ним встретиться. Ты ж хотел, говорил, что хочешь. Передумал? Смотря при каких обстоятельствах. Вот вам еще отсюда кадры. И там вот за горой наш дом. Где-то вот там. Поэтому все это происходило очень-очень близко. Ты Никита вообще увидел? Я не знаю, как он такие вещи видит. Издалека прям. Штирлиц мой. Рука человека и след кабана. Я тебе говорю, у него копыта, я просто в натуре бык какой-то. Сегодня у нас был насыщенный, я бы даже сказал, чересчур перенасыщенный день. Много чего увидели. Рога, правда, не нашли. Ну, ничего страшного. Не нашли, наверное, по причине того, что было очень много снега. Олень есть, но так бывает. Сейчас приготовим легкий деревенский ужин и будем кушать. Всем пока.